совершение преступления, предусмотрено частью 6 статьи 290 УК РФ, назначить ему наказание с применением статьи 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 года, с обоим наказанием с проникновением строгого режима, со штрафом в размере однократной суммы взятки в размере 1 338 345 рублей, с лишением права занимать должности, предусматривающие выполнение организационно-распорядительных административно-хозяйственных функций органов, государственных органов местного самоуправления сроком на 3 года. Мера пресечения Спиридонова и подписки на выезде изменит на заключение под стражей, взяв его немедленно под стражу в зале суда с предварительным содержанием в УКСУ 1 УПСИН России по Саратовской области. Срок наказания исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. За честь срока двойного наказания время содержания Спиридонова под стражей 30.10.23 года до вступления приговора в законную силу за расчет 1 день содержания под стражей за 9 дней два наказания восстановления по полной строгой режиме. Кошелеву Юрию Сергеевну признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, и назначить ей наказание с применением статьи 64 УК РФ в виде штрафа в размере 1 миллион рублей, лишение права занимать должности, предусматривающие выполнение организационно-распорядительных административных хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 3 года. Спиридонову Екатерину Александровну признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, и назначить ей наказание с применением статьи 64 УК РФ в виде штрафа в размере 1,5 миллиона рублей, с лишением права занимать должности, предусматривающие выполнение организационно-распределительных административных хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления сроком на 3 года. Устину Ивану Юрьевну признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, и назначить ей наказание с применением статьи 64 УК РФ в виде штрафа в размере 1 миллион рублей, лишение права занимать должности, предусматривающие выполнение организационно-распределительных административных хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 3 года. Мера пресечения в виде подписки о невыезде Спиридонова Кошелева Екатерины Александровны без номера вступления приговора в законную силу.